Я восхищаюсь, как так можно пиздеть. Лично я верю, что это неправда. Знаю, что вы ждете трек «Такая баба», но у меня уже третья версия, никак не могу определиться. Хотела выпускать две версии, но появилась еще третья, поэтому нужна ваша помощь и ваш совет, пожалуйста. Сейчас в следующих сторис я выложу три разные версии этого трека. Мне очень важно знать, какой вам больше заходит и какой вам больше нравится. Первый, второй или третий. Нужно выбрать один вариант. Это губы, это грудь, это попа, руки в пол. Приседаю, трижды в день падаю и тучусь к окну. Я шагаю, смотрю вдаль, не стесняюсь тела кайф. Я мне худи не отрады, любишь шмотки, оверсайз, такая баба. Там-там-там-там-там-там-там-там-тан-таран-таран-тан. Соленая карамель, сочная клубника и банан. Это новые вкусы коктейля, очень вкусные, говорят, будем пробовать. Вот этот вопрос и исследование, он привел к инсайту по поводу того, как я к ним отношусь. Видите, как красиво, боже мой. Ты так красива, невыносима. Очень хорошую фразу о том, что должна быть цель. Вот я хочу вторую часть, да, определения креативности посвятить ценности. А то есть то, для чего вы это делаете, как, ведь каждый, мне кажется, что все, что мы создаем, это как один из, да, можно сказать, ну, как путей, да, как прийти к успеху, можно сказать, да, определенному. Вот. А потом уже как бы углубиться в себя, то есть, да, рассказать. Actual goals AF. Literally, my life is beaches every single night, messy buns and Christmas lights. Literally. У разных людей будут разные реакции на это событие, да, кто-то будет думать о том, что, ну, все, у них конец, да, и если страх преобладает вот в этом негативном...
очень много сообщений по поводу программы питания в директе. В директе я не общаюсь, поэтому если вы хотите похудеть, вам нужна программа питания, свайпайте по ссылочке ниже, я вам ее скину. Пишите «хочу» программу, и я подробно расскажу. Плюс ко всему, у нас вышли новые вкусы функционального питания. Помимо шоколада, ванили и фисташки, у нас теперь есть банан, клубника и соленая карамель. Поэтому свайпайте быстрее, я вам все расскажу. То есть не ты, а маска красивая, я правильно понимаю? Конечно. Можно предупреждать? 3, 2, 1... Я, кстати, даже без фильтра, представляешь? Так, у меня свадебный ужин на Мальдивах. Со мной. Я ее избранник. Са. Са-ца. Дрица-ца. Что это? Это грибочки.